Всем привет, меня зовут Кристина Санько, и сегодня ваша любимая рубрика. Мы снова обозреваем подарки на 8 марта и декор на весну. В прошлый раз мы были в фикс-прайсе, тоже по вашим просьбам. Сегодня мы идем в один из моих любимых магазинов декора. Я все время забываю, как он называется. Кюхерленд. Мы идем в Кюхерленд и посмотрим, что же у них в этот раз привезли для декора и подарков на весну. Пойдемте со мной. Здесь у нас такой набор посуды к весне, есть с пчелками. Это посуда для хлеба, для тортиков, для выпечки с пчелкой. Здесь очень много будет с принтом пчелок. Так, это у нас для меда. Секция для меда. Прянички разные печь. И вот эти баночки очень уютные. Так, вот такой еще пледик. Он тонкий и не очень большой. 3,990. Есть небольшие поставочки под горячие, опять же, с принтом пчелки по 500 рублей. Есть такой вариант и вот такой. Симпатичные такие вот тюльпанчики, очень похожие на настоящие, имитация. 5 штук здесь стоят почти 1000 рублей, 990. И они все продаются по 5 штук. Выглядит достаточно реалистично. Еще вот такие варианты есть. Вот такой набор чашек. Цену я не вижу, но по мне так это выглядит очень как-то пестро. Я слишком яркий сервиз не люблю, ну такой на любителя. Здесь есть несколько вариантов. Вот кружка, 3,490. Я надеюсь, это набор хотя бы. Очень милые вазочки для всякой мелочи. Травка 790 рублей, такая желтенькая. И есть вот такие открытки, только цену я на них не вижу. Есть еще такой вариант керамической шкатулки, также с цветком, тоже открывается и закрывается для всякой мелочи. Опять же, тюльпанчики уже закрыты, смотрятся тоже очень красиво, по-весеннему, стильно, мне нравится. Фоторамка такого вида, лучшая мама на подарки 8 марта, и для подарочков тоже маме вот такую кружку можно за вот такую цену. Искусственные тюльпаны в горшочках стоят 790, вот такой вот один наборчик. Есть букет декоративный за 200 рублей, это у нас похоже на лаванду. Детские кружки супергероев. Gift Power, вот такая бутылочка для воды, очень стильная, нежненькая. Очень милые вот такие растения, но фикс прайс они стоят за 200 рублей похожие. Здесь, конечно, чуть получше, но мне кажется, это не особо выгодно. Фикс прайс тоже очень неплохие есть варианты. Если выбирать именно растения в горшочке искусственные, то я бы лучше предпочла там по цене качества. Есть еще такие же варианты тюльпанчиков красных и всякие кухонные принадлежности для выпекания. 599. Кружки на весну с розовыми тюльпанами. Это фарфор, 2,290. Пробка для бутылки, кому интересно, за 200 рублей. Опять же, красивая кружка для воды, брать с собой в дорогу. Термокружка, 1,290. Здесь такой красивый выставочный образец, все с лимонами. Цен нет, но я вам просто покажу, как это все интересно смотрится, и мы потом это все разберем, посмотрим, что где сколько стоит. Есть небольшие цены. Это у нас вилки, они здесь имеются, потому что, видимо, они здесь не самые дорогие. Очень красивая посуда,
чашечки с лимонами, свечи, сами лимончики. Смотрите, какой классный лимон. Это у нас какая-то емкость под что-то керамическое. Есть такие стеклянные лимончики, прикольные. И тут у нас лимонные веточки с тарелками. Еще лимонные чашечки, но это прям на лето, это не на весну. Вот такая лимонная штука, заваривать чай, да. Ваза для цветов и вот такие ландыши. Очень похоже смотрятся, достаточно реалистично. Несколько наборчиков, еще вот такие чашечки. Кружка фарфоровая, цены вы видите, и масленка. Тоже в летнем таком весеннем стиле есть трикоска. Но это я бы уже под лето подобрала. Набор тоже фарфоровых чашечек. Какая красота, смотрите. Ландыши фарфоровые. Очень мило. И тоже с ландышами вот такие коробочки. Для всяких сыпучих смесей много всего можно. И вот еще какое-то украшение цветочное. А дальше у нас тоже очень симпатичный наборчик. Здесь у нас под летнюю тематику. Желтый, такой голубой вариант. Очень мило все смотрится. Опять же, эти медовые красивые пчелки, которые мы уже видели. Есть чашки. Да, они дорогие, но это фарфор и смотрится очень красиво. Есть бокалы необычные. Кстати, они сейчас очень модные. Я их не раз видела в Инстаграм, всяких фоточках. Такие. Если есть мода в посуде, то вот это сейчас прям самый тренд. Больше такое весеннее сочетание. Розовый вариант и золотые салфетки. Тоже очень стильно смотрятся. И я просто в восторге вот от этой вот посуды. Она может подойти как и для кухни, так и для какого-то, для какой-то комнаты, например, для спальни. Я бы такую использовала для всякой бижутерии, мелочевки. И, может быть, что-то сюда еще могла положить. И такие, смотрите, какие милые ложечки. Все подходят под посуду. Также чашечки. И вот такая штучка приятная. Так, не пойму, что это. Какая-то коробочка. Есть салфетки. Вот в таком стиле. И еще розовый вариант. Вот те самые ложечки. Набор из трех. 1490. И маленькие вилочки тоже в этом же стиле. Так, это у нас украшение под салфетки. Кольцо для салфеток 400 рублей. Вот еще такие чашечки. Мы их тоже видели. Цены вы видите, 1000 рублей. Одна фарфоровая кружка. Не совсем такая домашняя тема, канцелярия, но я не могла вам ее не показать. Смотрите, какой красивенький блокнотик с блесточками. 790. Сквиш и единорожек. Круто. Верю в чудеса. Это маленький блокнот с единорогом. Вот такие есть подставочки. Это открытка и сама подставка с радугой. И сюда можно что-нибудь тоже положить. Почти 500 рублей. Очень нравится. Вот такая подушка просто офигенная. Еще наборчики единорожков. Вот такие 1490. Офигенная вещь. Мне очень нравится вот эта вот тарелочка под печеньки. Милая такая. 400 рублей. Это у нас для мышки, я так поняла, или просто подставка под горячее. Тоже, кстати, очень хорошо смотрится. Ух ты, есть вот такая шкатулка с блесточками. Класс. Настоящий антистресс. Вот такой интересный календарик, который можно менять. Здесь можно менять погоду, можно менять рисунки. Вот так вот убираем. И можно все это менять, как вам хочется, в зависимости от настроения. Вот такая классная штука.
Милая кружечка за 300 рублей, ничего особенного, но смотрится неплохо. Подставка для ручек 500 рублей. Ну, не знаю, неплохо. У кого все в таком единорожком стиле, то смотрится хорошо. И подушка декоративная сердечко за 790 рублей. Еще подушки и динозаврики, и вот такие милые с лисятами. Дальше уже пошла детская посуда. Я вам покажу так, чтобы вам тоже посмотреть. И мне еще, кстати, нравится вот этот ежедневник с ламой. Тоже за ту же самую цену. И еще вот такая вот есть лама. Здесь несколько кружек с ламами. А вот отдел с пандочками. Смотрите, как прикольно. 400 рублей кружка. Трубочки. И вот такие контейнеры типа ланчбоксов тоже с пандочками. Для детских комнат мне очень нравятся вот такие вот отделения для игрушек, для всего. Такие тут, смотрите, есть уже единорожки. Прикольно. Такой, кстати, можно сделать самим, однако принт, конечно, с ним нужно будет потрудиться. А, так, он не написан, сколько он стоит, но я думаю, он не дешевый. Не могла вам тоже не показать. 690 рублей. Отсек для мыла, шампуня, что угодно можно сюда наливать. Просто чудо. А, вот, корзина для хранения. 890 рублей. Очень стильная. И это у нас мыльца, единорожки. В общем, это для ванны, для детской, для спальни в таком стиле. Тоже вот классная. Классный отсек для всяких игрушек. В детской или в комнате. Классная единорожка, качалка. С единорогами еще есть несколько вариантов для детской спальни. 1990. Вешалочки в таком стиле, милые фигурки и пазлы, которые нужно раскрасить самим. Вот тот единорог, которого мы видели, но опять же цены здесь нет. И детские тарелочки тоже в таком же стиле. На весну вот такая тоже тарелка десертная, тоже симпатично смотрится, 1000 рублей. Это у нас для почты, тоже офигенная вещь, я такие очень люблю. Чашки, конечно, ничего особенного, простенькие, не в моем стиле, а вот такие блюда очень даже прикольно смотрятся. Вазы на весну по 1000 рублей и выше. Обожаю у них вот такие вот штуки, конфетницы. Туда можно класть все, что угодно, и смотрятся они просто бомбически. От дня Валентина остались вот такие тарелочки. Ничего особенного, но для стола, там, для какого-то небольшого застолья смотрится прикольно. И вот такие еще есть конфетницы для всего. Ароматические цветочки в мешочках. 1000 рублей. И тоже небольшие сердечки, тарелочки. 249 и 199. И классные яблочки, 3 штучки, тарелочки 1290. Есть еще такой стиль, но это ближе уже к лету. Я, наверное, приду, буду показывать. Здесь вот такие всякие украшения. Жук прикольный, хотя я не люблю жуков, но этот мне прям нравится. Такой уже более в летней атмосфере. Это я уже приду вам расскажу в следующем летнем видео. Классные графины для прохладительных напитков. Я вам их показывала в новогоднем видео, но опять их вижу и не могу пройти мимо. Очень нравятся такие графинчики. Возможно, я когда-нибудь куплю такие. Нравятся все. Все по-своему прикольные. Сложно выбрать что-то одно. Лаванда и ирис в таких сиреневатых оттенках. 300 рублей тарелочка. И вот такой вариант еще есть. Очень нравятся, опять же, вот такие вот по типу конфетниц или хлебниц. Очень стильно смотрится. Упс. Графины сиреневатых оттенков. Это у нас 3290. Ух ты, очень красивая веточка для салфетки. Очаровательно. Подарочный набор для пикника, очень красивый. Ну, все здесь, я так поняла, продается отдельно. Вот такой наборчик. А, это корзина для пикника, 3990. Прямоугольная, коричневая. Да, здесь у нас входит стоимость только сама корзина.
наполнение отдельно, но все это очень симпатично. Приятные чашечки. Есть сердечки, заваривалки. Круто. Стильные открытки. И там заваривалки для чая для мужчин. Чайник электрический, вот такой мятный. Есть еще тарелочки, перечницы. На весну такие тарелочки с гусями. Вы вместе со мной посмотрели весь этот крутой декор на весну и подарки на 8 марта. Я очень вдохновилась, уже появилось пару идей, что можно сделать самой примерно в этой теме. И пишите в комментариях, какой магазин мне посетить в следующем видео. И будьте креативными, а я вам в этом помогу. До скорого. Пока!